Хорошо, давайте. Лока нет. Пошли к камню сумонить всех. Так, мастер, сейчас посмотри, на ком РЛ будет. Или нет, подожди. Что сделать? На кого посмотреть? Передай лидера обратно. Wait. Сумоним всех. Камни, подожди, всех сумоним. Линкани и Дискорд. Там ДКшник, у нас пару пулов есть. Сейчас. Охуенная инфа, блядь. Инфосадка, блядь. Не будет. Бафа мне будет 200 хп, блядь. Рыба, блядь. Сейчас содеру бафа. Он написал. Да, блядь. Уверен, да вроде нет, у него ДЦ ПВП. Зачем, если там... А что, 6 хилов, что ли?
Че, ты хочешь 6 хилов, что ли? Я не понял это. А, блядь, Верендала вообще другого спека нету. Тогда твис в этот спек, блядь. Холи Приста, Верендала в ДЦ, а Джурадов когда? Чё, рыбу поставишь, не? Банки возьми, там что-то закинул. У меня нет права на Алис. Да. Нет, она не Рома. Пожаловать, герои! Вы услышали призыв Серебряного Авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут... Чё, рыба была? ...испытания, войдут в ряды Серебряного Авангарда... Держи руки шире, блядь. Твои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Я видел и более достойных соперников. Так, Саджиру выполняет свой баф, нахуй, и кулаки бафают, и каски, блядь. Я могу молитву прочитать. Типа крест. Капа. Отче наш. Я от одного не отошел, в другой влетел. Ебать, а что мне теперь даже по груди могут догнать, что ли? Чё, зачем ты забрал его? По маленькому ему зашли в маленький рту, блядь. Рейндж поддерживает.
дал Т4. Следующего бойца на арену выходит ледяной рев. Сражайтесь или погибнете, герои. Некогда минут. Чудовища повержены! Щит на танк. Как голотанком не танчил ДКшником, блядь. Саджира, по тебе истерия залетает, не? ГБ, сейчас поставим. Фласку кто-нибудь даст? Да на мне кто-то кинул даже до босса еще. Еще босс даже не появился, а оно уже закончилось. Есть этот? Фласки, фласки есть? Как дела? Сейчас великий чернокнижник Вилфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Нет, у меня нет возможности. Жира, трейд ван заю, кинь.
деньги убери. Ну знаешь, сейчас тебе не дам, блядь, истерии. Погубит твоя самоуверенность. Перед вами Крацус, эреданский повелитель пылающего легиона. Мелкий клоп! Вот от кости! Ты чё, таунтишь босса нахуй, что ли, марчаном, да? Повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем. Тише! Успокойтесь! Никакого заговора здесь нет. Чернокнижник заигрался и поплатился за это. Турнир продолжается. Добрый день. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы
Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду! Блять, это макрос нахуй, ёб твою мать. Я здесь. Я на ком? Достаю слишком много. Я пока не могу использовать эту способность. Не сейчас. Беги, малышка, беги! Это лучшие представители Орды. Мне и станет.
блядь, рипните кружок, сука. После круга кого? Так, у меня дезориентация. Есть он, аварь. Умер череп. Убили. И череп. А чё, к нам подошли, на? Убили. Мы хуярим мана. Диспел. Помер. Вот помер дед Максим. Да что, кул остался с ним. Тяните нам следующую жертву до кашля. Помер ШП. Да, ваши остались у стены.
сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобных? Если щитки падают и падают. Воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Танковский, теперь хиловский воин. Вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Марчана, бери белую. Холи пал. Седьмого хила. Пять минут КД, сука. Все хилы нормально хилили. Я могу спекнуться в Варшаму. Довольно хорошо. Зря ты это сказал, блять. Ну ни в одном рейде еще не было такого, чтоб меня кто-то обгонял. Сейчас разве ты что мой Драскарас, ты хуёвый кил, блять, погоди начнутся!
Ну чё, можно Гера в клоне? А потому что из-за 2 ДЦ у нас не захил, блядь. 2 ДЦ это не понимают, блядь. Ну точнее как, они понимают, но смысл в том, что они, блядь, просто не могут что-то кто-то лучше повесить, что-то кто-то хуже, блядь. Это все-таки развешивает Виси, блин, делал флешки и обновления кидаю. Они разделились, все нормально. Ты спекал хоть тут 10 килов, ваншота не прохилится, бля. Но я все, которые летели в рейд, словил. А может всем лучше рассредоточиться, а не в одной точке стоять? Четыре захилят, спокойно. Нет скилл. Давайте хоть раз попробуем с Герой сыграть, а? Раз прохил хардсу, блядь, именно. Да. Спеемся. Может никого заменить? Зеленый бабл. Холипал. Что тебе угодно? Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры. Какого, блядь, чтобы за стенки он летал, собирал или чё? Вокруг рейда бегает танк и собирает белые бесполезная сферы. Бесполезная хуйня, блядь. Вы можете просто бегать и уклоняться от белых сфер, блядь, не ебать все мозги, блядь.
Прибегаем. Полученный урон. Аресталище есть или монтик? Умирают у нас все маги, да? Ну и шо ты, если кто-то один сверху рядом поймал 15-17к в лицо. А в чем сделать, как мы всегда убивали, блядь, сделать двух танков и пусть не ловят, блядь. В чем проблема? Мы всегда так убивали с Мидвеем, блядь, чали нахуй. Мидвей еще ни разу не водил сюда ИВК, алё, блядь. Какие блядь, проблемы? Водил, так у вас еще не было, блядь. Ну когда это было, блядь? Сколько мы ходили, у нас такого не было. В 2К10, блядь. Ну не обязательно танки делать, там можно 2ДДшника с белой сферой просто поставить. Неважно, тех, кто переживет лицом пару лишних сфер. Монг есть у кого-нибудь? Смена цвета. Черный надо убивать. 500к хп. 200, давай. Сбейте кас, хорошо. Тебя оценили и признали ничтожеством. Дал. Да светлая воронка. Тебя оценили и признали ничтожеством. Он просто ловил эти сферы черные капаны.
Он ловит просто сферу. Добрать нечего. Че, может все-таки Геру дадим раз, блядь, за миллион трая? Тебе жалко Геру, блядь? Темно. Че на Т-10? Т-4 прожми. Тебя оценили и признали ничтожеством. Тебя оценили и признали ничтожеством. Щит. С кого ты срываешь клеймом? С меня? Сферы нет, это не будем. А где у меня ролл, блядь? Первый Шам, второй Марчиана, третий Моса, четвертый Шансунг. Не ошибся? 85 я кинул, а кто до этого кинул? Подождите, я Винар кинул поздно. Я ролл от себя искал, у нее даже нету ролла. Ну тогда... Тогда немножко меняет ситуацию. Потом он даже кому-то себе загрянет.
Реца тоже не в ГБ. На Энха можно? Марчиана сролил. Кольчугу? А зачем ДК кольчуга? Летим груль. Бескомпромиссный ролл. Где-ка начинаем или с груля? Куда лететь? В смысле сейчас? Там же РТ, блядь, стоит. Видишь? Еще, у меня 464. 264. Да. Дайте мне. Никому не привет. Куда лететь? Куда лететь? Грул или магик? Через 15 минут РТ только. Я там сейчас расставлю пружницу. Кстати, ЕП-то дали за рейд? Не было там площадок, да? Ну, хуй с ним. Еще по сотке ГП за такие траи.
Там шаман хочет щит на транс. Да, половину возьму.